Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. А мы продолжаем поздравлять долгожителей Клинского района. Накануне 90-летний юбилей отметила Калинина Анна Андреевна. Труженица тыла и заслуженный ветеран труда. В свой день рождения она принимала гостей и поздравления. Я сегодня точно очень рада быть в вашем доме, поздравить вас с юбилеем. Мы сегодня пришли большой делегацией, хотим вас вот прям завалить цветами, передать замечательное такое поздравление. Ой, прямо из Москвы, из спасибо. Кремля. Разрешите вам вручить этот замечательный букет. Ой, спасибо. Пожелать здоровья, пожелать долголетия. Я вам желаю долгих лет. В добром здравии. Спасибо. Берегите себя. Спасибо вам. Ага, и вам спасибо. Юбилеем. Анна Андреевна родилась в Саратовской области, когда ей было 3 года. Родители переехали в Клин. До 7 класса училась в 4-й школе, а когда началась война, совсем юной девчонкой встала за станок. Трудовой стаж на ленткоткацкой фабрике – полвека. Ее секрет долголетия прост. Главное, говорит именинница, несмотря ни на что, нужно радоваться жизни.